Друзья, всем привет! На сегодня у меня вот такой вот агрегатик. Это медицинский аппарат, ингалятор. Что именно, я уже чуть попозже, ну, в описании сделаю полное название, что он из себя представляет. Аппарат такой, вроде бы старенький. Там видно он микросхемочки. Так вроде все присутствует. И моторчик, трансформатор. Вроде все есть. Аппарат тяжеленький. Допер его практически, это за шаг до металлоприемки забрал. Вот хочу даже сейчас его завесить, посмотреть, сколько же он весит. Тяжелый, 10 килограмм. Сейчас, в данный момент холодно, я его раскидаю, потом уже включусь, покажу вам, что у него внутри. Так, итак, друзья, уже вечер. Я расковырял этот прибор. В общем, без фейла, как сказать, не обошлось. Увлекся и не отснял. То есть, когда он был без корпуса. В общем, раскидал все, все распотрошил. В общем, итог такой. Железо. Был моторчик один там. Вот этот, который стоял на помпе. И все, все уже раскручил, разобрал. Железо вышло 7 кило вместе с винтиками. Алюминчик, две пластинки, вот такой вот радиатор жирненький, все 250 грамм, листок нержавейки на 150 грамм, так, вот медяшка вся из трансформатора, и трансформатор даже не заснял, из трансформатора медяшка, из катушек, короче, тут кило 100 вышло, ну, в принципе, неплохо для такого приборчика. Так, дальше, там ингалятор был вот такой вот он, латуневый, латунька, и плюс все винтики латунные. Короче, мелочевки вышло на 400 грамм. Винтики я тоже собираю, соответственно, сейчас покажу. Вот такая вся мелочь идет вход. Допустим, вот в этом ведерке уже кило 200, мало-помалу просто скидываю, но набирается, потом все это сдается. Так, что по платкам? Платки все, можно сказать, я не знаю, наверное, скорее всего, какие-то вообще непонятные для меня. Но вот я понимаю, вот это подобие флажков похоже, а вот это похоже на, сейчас приближу, попробую, скорее всего, это аналог, наверное, трубчатых, наверное, заграничный все-таки прибор, не наш, я так понял. В принципе, ничего тут такого больше ценного не вижу. Вот тоже платка интересная, на пластиковых винтах была. Такие винтики, тут две катушечки медные и какие-то, не знаю, они, наверное, это керамика, скорее всего, наверное, вот с песком внутри, типа кварцевых резонаторов, я не знаю, да что это, потом буду смотреть, искать, просто холодно. Так, и вот третья платка, вот так вот она выглядит. Что тут? Тут также флажочки, вроде как, ну, похожи, варикапчики, есть транзистор один, ну, транзистор весь белый, то есть ничего нету. Ой, был прикручен КТшка, чуть его тронул, он разломился, в общем, на соплях держится, весь беленький, ну, я думаю, как и положено в этом. Вот это вот похоже на наши диоды. Ну, я, допустим, ну, еще не встречал вообще таких, что это может быть такое. А так, стандартные электролиты. Вот это тоже, наверное, электролиты. Если я ошибаюсь, кто-то уже ковырял. Я знаю, тут знающие люди меня иногда смотрят. Ребята, подскажите, что такое. Интересные полубочонки такие своеобразные. Вид у них такой, не как у наших, у отечественных. И как вообще сюда в китайской технике. Ну, импорт, что сказать, стандартные предохранители, вот такая вот, такой разъемчик, ну, в принципе, я даже, ну, и не рассчитываю, что в нем может быть позолотка, хоть и цвет приятный, но это, скорее всего, латунька. Скину срезку к основным разъемам, потом буду уже смотреть, что там в нем есть. Так, вот интересно, это донышко от ингалятора, не знаю, видно, не видно, металл. Попробую
фокус поймать. Металл начал отлупляться. Ну, алюминий, хотя может быть даже посеребрение. Такой прибор вроде медицинский. Может быть даже посеребренка использовался. Вот такой вот один был переключатель. Тоже маркировочка у него. Так, сейчас переверну. Не хочет так ловить, пока в руки не возьмешь. Маркировку так не разобрал. Там 665. А что дальше, так и не понял. Ну, цвет приятный, но я думаю, все-таки это латунь. Вот такая маленькая релюшечка. Несколько контактиков серебряных. Видно, что он вроде не на меди, так целиком серебряный. Ну, медяшка чуть-чуть в общую копилку. И был еще переключатель вот такой интересный. В общем, я его хотел вскрыть. Он у меня сломался в руках. Сейчас приблизим. Не хочет ловить. Хорошо смазанный внутри. Цвет приятный. Я думаю, это посеребренка. Может быть, даже, возможно, чисто серебро. С него выпало две вот такие. Вот такие вот гантелечки. Чуть-чуть потер их от смазки. Возможно, это чистое серебро, как бывало в старых советских. Будем надеяться. Сложу в общую в лигатуру. В общем, вот такой уж обзорчик получился. Уж извините, что прощелкал момент. Ну, правда, увлекся. Уже холодно на улице, старался побыстрее сделать все. А понравилось вам видео, не понравилось, как увижу в комментах. Всем спасибо, всем счастливо.